Всем привет, ребята! С вами снова я, Вести, и сегодня мы будем обозревать новейший снапшот 21W 14A, который относит нас к версии Майнкрафта 1.17, обновление пещеры и скалы. На этот раз снапшот выдался, таким маленьким, в принципе, как и предыдущий. Но мы все-таки будем ждать обновителя, и получается, как-то так. Ну что ж, я не буду медлить, так что погнали. Итак, в общем-то, я решил, зачем мне обозревать снапшот, ведь можно просто повыживать, и у меня и вот такие вот крутые кирки. Ну, вы понимаете, то, что это, конечно, все для видео. Ну что же, дело все в том, что... Так, сейчас мы выберем самую обычную кирку на эффективность. Ну что ж. Так, давайте, что же из железа? Медь вообще какое-то гнилое сало. Ладно. Пропустим этот момент. В общем-то, следующая кирка у нас это на шелковое касание. Будет ли добываться вот блок, вот самый обычный? То есть вы спокойно можете вот это вот как бы, добыть. И также сейчас мы, получается, не будем спойлерить себе. И получается, вот у нас эффективность и удача. Так, добываем. И, в общем-то, сейчас мы узрим, сколько же мы добыли с помощью удачи. Итак, золото 3 штуки, железо. Сколько? 12 штук. И медь у нас 6 штук. И причем тут, не такие прям большие кладки. Кстати, прочность 3 вообще какая-то неломаемая, мне кажется. Ладно. В общем-то, глубинный слан своего рода, конечно же, у нас добывается. И, в принципе, все понятно. А как насчет текстур вот этих вот у нас руд? Сейчас мы пойдем и смотрите. Вот так у нас выглядит железо, медь и золото. Кстати, я думаю, что в этом обновлении также переделают текстуры слитков. Потому что, они сказали то, что переделывают текстуры, потому что они такие одинаковые. В принципе, и так сойдет. Вот у нас тут есть железо, и странно, почему оно именно такое, какое-то угольно-железное, вот такое вот. Что ли, глубинно-сланцевое, или какое-то угольное. В принципе... А золото у нас, в принципе, нет проблем, когда прода... также у нас есть медь. И выглядит, если честно, это как будто переделанная текстурка заячьей лапы. Ладно. У нас все еще существует, их можно добыть. Очень простым образом. Сейчас я продемонстрирую вам. Берем у нас плавильную печь, чтобы было быстрее, и просто уголь. Можно, в принципе, древесный уголь, но вряд ли кто-то вообще как-то помнит про вот этот вот уголь. Переводится raw copper или raw gold или raw iron.
Английский топ, да, я знаю. Как сырое железо, ну, или или медь, или золото. Ну что ж, получить мы можем, в принципе, из печи, из плавильной печи. Ну, естественно, из коптильни никто ж не будет это делать. Ну и, в общем-то, смотрите, мы просто получаем у нас напросто железо. Давайте мы уберем у нас. И что же у нас будет с медью? В принципе, все понятно. Ну, то есть, смотрите, у нас, в принципе, полностью изменили геймплей. Ведь теперь железо намного проще добыть. Вот, да. То есть, раньше просто выпадал железный блок. Как бы железный блок, ну, понял. И, в общем-то, его нужно было переплавлять. И сейчас, в принципе, можно с помощью удачи, ну, любой, в принципе, спокойно добыть много железа, и будет вот такой. Мне кажется, у разработчиков всегда были проблемы с железом. Ну, именно текстуркой. Ну, как бы не всегда, но в снапшотах. Вот у нас получили мы это, отдав так мало. Вот так вот у нас это все выглядит. В предыдущем снапшоте я вам не показал одно нововведение. Дело все в том, что если мы, получается, зайдем у нас в настройки специальной возможности, тут будет черно-белый логотип. Ну, и, ну, в общем-то, сейчас вы уже видите на экране это вот монохромное лого. Ну, в принципе, оно очень красивое, и мне оно прям по кайфу. Ну, в общем-то, вот у нас есть такой вот блок, медь окислённая. И помните то, что ее нельзя было сделать вощёной. Ну что ж. Мы теперь можем спокойно это сделать и, в принципе, добыть там. Да, дальше. У нас повысились кладки туфа, и теперь они будут генерироваться, знаете, на какой высоте? На высоте от 0 до 20, в общем-то, да. Ну, то есть, вы посмотрите, вот туф вы, в принципе, можете добыть спокойно. Ну, вы поняли меня.